Быть странником на юге тяжело? Начнем с жары перечисления тягот. Безводье пустыни нежилой, тоска по краю земляничных ягод. Кусаться будут осы, комары, плевать верблюды. Заросли колодца окажутся засохшими колодца, окажутся закрытыми дворы. Но есть везде ученики Христа, праправнуки Фатины Самарянки. Полынный ветер, небо высота, поющие унылым коноплянки. Еще вараны, робкие ежи, забавные тушканчики, ягнята, наточенные ледников ножи, отары туч, кочующих куда-то. Ну что ж, продолжим наш восточный путь. Терпя репей, переизбыток суши. Потом велит Господь кому-нибудь подать улыбку, наставление, ужин. Это все, что нам с тобою
остается. И эта жизнь не моя, не моя. И я вернусь, когда-нибудь вернусь. Вы только зажигайте вовремя маяк. И никогда вином не запивайте грусть. Вы только зажигайте вовремя маяк. И никогда вином не запивайте грусть. «Господи, где ты живешь?» — спросил его рыбарь Андрей. И он ответил: «Ну что ж, друже, гряди по мне. Через горы, через моря выпал жребий ему идти. В иные северные края слово нести». Первым из первых был, званым да избранным стал. Избранный Духом Святым рыбарь Андрей. Он первым из первых был, званым да избранным стал. Избранный Духом Святым рыбарь Андрей. Апостол Христа, апостол Христа. Делу святому служить было ему по плечу. Светильника не утаить, не спрятать под спудом свечу. И дух придавал ему сил, и путь озарял ему свет. Он был на месте изначальной Руси, где веры оставил след. Он первым из первых был, званым да избранным стал. Избранный Духом Святым рыбарь Андрей. Он первым из первых был, званым да избранным стал. Он первым из первых был, званым да
стал русским по духу святым рыбарь Андрей.